CLine и как настроить в нем дебаггер, как им пользоваться. Вот. Получается, заходите. Кто не скачивал CLine, на сайт JetBrains. На сайт JetBrains сразу же. Здесь. У меня что-то еще и нет, походу, слабый. Здесь, получается, есть такая штука, как Toolbox. Вот, по-моему, находится он, JetBrains Toolbox, здесь. Вот, скачивайте Toolbox, вот этот, для своего компьютера. Это если у вас личный персональный ПК. Если вы на школьном ПК, там у вас есть такая штука, называется менеджер приложений. Через него просто скачивайте CLine себе и все. Вот Toolbox — это чтобы несколько IDE скачивать. Удобно. Вот дальше. Скачали CLine. Дальше. Как пользоваться дебаггером? Нажимайте дебаг. Вот вам дебаггер. Все. Сейчас он... Вот ставлю точку... ну пишем пароль. Это на школьном маке тоже будет так. Пишите пароль. Вот у вас остановился дебаггер здесь. А можешь пароль сказать? Давай, сейчас скажу. Дебаг 38. Нормально? Не суть. Все, вводите. Вот, по сути, ставьте точку останова, и она здесь останавливается. Давайте какой-то код более сложный напишу. Так, напишу там цикл for i от 0 до 30. И здесь засуну printf сюда. Здесь print, напишем функцию нашу, функция. Так, int printer. Вот так, сюда передадим просто 8, как число. Просто передадим число. Числом будет number. Сюда передадим, получается, вызовем здесь эту функцию. Здесь передадим, там, здесь надо там переменную создадим такую же. Number равно 8. Сюда, тип данных. Сюда передадим number. Здесь, по-моему, надо объявление функции какое-то сделать наверху. Здесь... Вот, у меня возникла ошибка. Я смотрю, в чем проблема. Он мне сразу подсказывает, ожидается точка запятой. Точка запятой. Автомейн. Так, ну ладно, попробую так, insert. А вот, точку запятой здесь забыл. Но он мне сразу подсказал, как исправить. Тут я нажимаю Option Enter, и он мне подсказывает, как исправить ошибку быстро. Да, то есть я вот забыл точку запятой, он мне подсветил. Я нажал Option Enter, он мне говорит Insert, я заинсертил, все. Потом, если здесь нужно, сейчас, один момент. Если нужно, этот глючит, если нужно здесь вывод сделать тоже, вот я, например, мне надо скопировать эту функцию, я Ctrl-D, Command-D сделал, Command-D, дальше Option-Shift и передвинул сюда, все, все просто. Здесь, ну это рекурсия, здесь просто printf, там Ctrl-C, Ctrl-V, поехали. Дальше, попробую дебаггер. Нажимаю дебаг правой кнопкой мыши. Все, вот у нас дебаггер. Какие здесь есть штуки? Это step over, следующий шаг, step into, заход в функцию. Это for step into, не пользуюсь этой функцией. Это step out, выход из функции нашей. Это дойти до курсора. Вот. Это где находимся мы сейчас. Вот так ставим точку остановки, вот такой каким красненьким флажком. И, соответственно, при запуске дебаггера он сразу до этой точки долетает.
Вот я ставлю step over, он мне показывает, что переменная number создалась, с нее восьмерка запустила, записалась. Дальше заход внутрь, он мне показывает, что сразу проваливается в функцию. Дальше я перехожу на следующий шаг. Ну, странно, почему? А, ну вот, он мне говорит ошибка, exception выбросила. Exception bad assess, неправильный какой-то assess. Окей, давайте я пофикшу эту ошибку. Просто printf, здесь ставлю процент %d, здесь запятая, number, все, еще раз запускаем. И давайте здесь там еще... Функция чуть-чуть. Ничего не возвращает. Функция ничего не возвращает. Тогда сделаю ее void. Number 8, тут я не знаю какой-нибудь number плюс number. Там new number равно... Здесь int. Тут пускай будет десятка, переопределение какое-то. Вот, также тут проблема. Option shift, insert, заинсертил. Здесь какая-то проблема. Что мне вот подсказ split? Вот он мне хоп, создал сразу ее название. Я ее сразу хоп, выбрал. Да даже можно вот так. Option этот. Вверх. Ctrl S. Он мне еще тут линтинг сам делает. Сам линтер делать не надо, короче. Ничего этот исправлять. Ну, я не знаю, вот, но я, видимо, линтер не настроил. Но я линтер не настроил, поэтому он его не делает. Вот, что странно. Едем дальше. Вот, запускаю еще раз. Запускаю. Иду дальше. Вот у нас заодно смотрим консоль. В консоли он сразу вывел 30 раз Hello World. Пускай будет здесь не 30, а 3 раза. Вот. Сразу говорит о том, какая переменная здесь. Есть. Заходим внутрь. Число 8. Вот оно на дебагере. Вот оно опять вывелось в консоль. Сейчас должно было вывестись. Почему оно не вывелось, буду сейчас смотреть тоже. Ну окей, вот в дебагере десятка записалась. В консоль почему-то восьмерка так и не вывелась. Потому что где-то я, значит, допустил ошибку. Слышим. Вот, дальше, вот number, создали новую переменную new number, в нем положили 20 и вышли из функции. Дальше возвращаться от нуля. Ну и все, и проходится. Проходимся по какому-то ассемблерному файлу. Вот на этом, собственно, и все. А вот и наша восьмерка. Теперь какие вопросы? Так чем отличается от VS Code? Тем, что у тебя есть дебаггер. А в VS Code нет дебаггера? Есть. Так чем отличается? Тем, что на VS Code ты настроил себе дебаггер? Да, настроил. Все настроили себе дебаггер в VS Code? Есть кто-нибудь, кто, я не знаю, не настроил его? Окей, чем еще отличается? Тем, что здесь есть хоткей удобные. Типа можно удобно там передвигаться. Можно там удобно, я не знаю. С помощью CMake List можно запускать программу. Вот здесь. Но этой функцией я конкретно не пользовался. Я потом, чем он удобней? Тем, что, ну, 90%, наверное, разработчиков пользуются все-таки JetBrains IDE, ну, на мой взгляд, вот. Потом, что тут еще удобнее? Не знаю, ну, сейчас попробуем. Что за профилирование? Не хочет.
Но дебаггер как минимум здесь лучше, чем в VS Code. Потому что он сразу тебе около перемены показывает число, которое присвоилось в переменную. Потом здесь удобный контроль версий. Вот, допустим, я сейчас создам git. Git init. Вот создали репозиторий. Заходим в version control. Вот сразу создалась наша ветка. Так, сейчас попробую закоммитить. Git commit m. Так. Start. Git status. Так, посмотрим, добавились ли они. Profile, debug. Сейчас, ладно, вот покажу. Ну, просто это у меня ID не настроено, например. Python packages. Здесь можно добавить докер файл, и докер будет у тебя сразу в сервисах крутиться, это удобно. Здесь что-то к CMake относящееся, но этим я не пользовался. Здесь он тебе проблемсы твои подсвечивает сразу в коде. Тудушки. Туду это ты вот так вот ставишь. Туду. Вот, и он тебе сразу в туду показывает вот этот туду. Вот он, на 13-ю строчку. То есть ты в коде заметку тебе оставил, типа пишешь, доделать. И нажимаешь на туду, он тебе сразу заходит сюда. Вот. Потом что еще? На твой вопрос ответил? Да, в принципе, ответил. Просто спасибо. Я... Нет, на этот вопрос можно... На этот вопрос... Данил... На этот вопрос просто можно долго отвечать, на самом деле. Типа, что полезно, что нет. Вот, может, еще у кого-то какие-то вопросы есть? По идее JetBrains. Вот ключи сразу. Давайте я ключи раздам. Сразу ключ. Вот они по сути. Кидаю ссылку. Просто при скачивании этого GoLand, просто C-Line, просто вставляйте вот этот ключ и все. И у вас будет продвинутая новая идея. Какие еще? Че, кто-нибудь еще что-нибудь может поговорить, чтобы какой-то диалог хоть был? Я с предложением, а ты можешь провести?